Это ре, первая октава, фа диез, первая октава, и ля, первая октава. Четыре аккорда. В принципе, аналогичен батарейке. Можно сказать, разбор на батарейку даже. Первый аккорд. Второй. Третий. Четвертый. Бой. Нет, не так. Еще раз медленнее. И чуть поэнергичнее. Тут у нас такой маленький хроматизм. И можно даже небольшой вибрато сделать. Вибрато не свойственно традиционной музыке на балалайке, но поскольку эта музыка для балалайки не совсем традиционная, то, как говорится, если нельзя, но очень хочется, то можно. Соответственно, мелодические ходы. Они у нас начинаются от самого высокого звука каждого аккорда. То есть играем аккорд. Тра-та-та-та-та-та-та. То есть это здесь 7, 9, 10, 9, та-та-та-та-та, 5, 7, 9, 7, да, и 5 возвращаемся, здесь тоже получается делать, это 5 звуков, так, это 7, 9, 10, 9, 7, потом идет, а, потом идет 3, 5, 7, 5, 3, и, ну, наверное, можно сделать даже. Но, как правило, здесь уже в конце, просто там после некоторого вот перескока с одного аккорда на другой. Уместнее сделать хроматизм. Вот. Ну и, собственно, как бы вот в этом объеме видеозаписи, я думаю, достаточно материала для того, чтобы освоить наигрыш испанского. И в дополнение маленькая история о том, как это все появилось. Испанского — это шутка. То есть вы не думайте, что я на полном серьезе как бы играю испанского наигрыш там. Я просто это придумал, потому что, ну, мне хотелось повеселиться, поулыбаться, и для смеха я назвал его испанского. На самом деле нет такого наигрыша. Просто это переложение того, что есть, было в моей голове, вот, на балалайку. Сделал я это, наверное, лет 5 уже назад, даже больше. В общем, на заре становления канала вот я это сделал, и до сих пор вот это видео есть, как бы. И человек попросил, спасибо ему большое, что дал мне повод что-то записать, как бы разбор на этот наигрыш. Вот. Ну и, собственно, это обновление, оно полезно, потому что я и вы теперь можете услышать, как это звучит на комплекте струн металлических для балалайки. Инструмент, конечно, по своему классу ниже. Это фабричная балалайка, а не мастеровая, на которой я тогда играл. Но на самом деле я даже не знаю, что лучше для такой музыки играть. И это на мастеровом инструменте со смешанным комплектом струн, либо на инструменте фабричном, который как бы больше такой трушный и настоящий для крестьянской, дворовой, деревенской музыки. В общем, для такого действительно, как сказать, исполнение, как это назвать, аутентичного, что ли. Вот. Хотя, на самом деле, было бы интересно послушать, как это прозвучит на целиком нейлоновом наборе струн. У меня такой тоже есть, но он находится дома на родине. Возможно, когда я поеду туда скоро, я тоже запишу, как это будет работать. Вот. Спасибо за внимание.